Всем привет! Решили съездить в один из наших любимых городов. Вот, с этого города, наверное, началась наша любовь к Турции. Вот, это город Алания. Мы сейчас уже проехали практически весь путь. Вот, решили остановиться тоже в не менее замечательном месте. Да, у нас не получалось туда попасть, потому что тут все было закрыто, то мы ехали куда-то проездом, и мы постоянно мимо этого места проезжали, и думали, блин, надо заехать, надо остановиться, как тут классно, что тут можно попикничить, и тут есть пляж, погулять, и мы в итоге сейчас по пути в Аланию решили все-таки заехать сюда, здесь остановиться и записать начало нашего сегодняшнего видео в таком чудесном месте. Ой, ласточки летают. Ну что, 3 января. 3 января, замечательная погода, 19 градусов. Вот, такое местечко. Сейчас наверх поднимемся. Но понятно, что здесь один есть очень большой минус. Это то, что это место находится прямо рядом с дорогой. Здесь очень уютные беседки, все облагорожено. Есть туалеты, там души, да, то есть здесь можно покупаться. Достаточно неплохой такой уютный пляжик, вот, попикничить. Ну, и кто-то, если захочет, тоже оставлю ссылочку в описании. Алания на самом деле не такой большой город. Он при этом очень многогранный, очень красивый, очень уютный. Мы там прожили достаточно долго, да, 8 месяцев. 8 месяцев мы там не были. Вот, поэтому сейчас съездим, посмотрим, что там поменялось, покажем наши любимые места. Какая-то сказала, Алания — это тот город, с которого началась наша любовь с Турцией. Mm-hmm. И мы вам хотим показать, во что именно мы влюбились, что нам понравилось, показать любимые места. Несмотря на то, что Алания действительно очень маленький город, она очень-очень-очень красивая, и мест, куда сходить, очень много. Даже, думаю, мы за один день все не покажем, мы покажем какие-то основные места, да, но расскажем о тех местах, куда мы не успеем, но вам очень рекомендуем. Все места, в которых мы будем, мы обязательно отметим внизу в описании, да. Точки на карту тоже я оставлю. В общем, поехали. Город такой уютный, заезжаешь, очень много зелени, маленькие домики, горы, море, вообще, вот сразу чем он нас покорил, тем встретил, вообще, очень классное место. Да, приехали, такое чувство, как будто ты возвращаешься домой, мы находимся практически в самом центре, вот, здесь такая тишина, никого нет, сейчас мы возьмем покушать, пойдем на пляж, вот, очень красивый, и оттуда вам немножечко побольше расскажем про Аланию. Конечно, интересно. Да. Просто какие-то деревья, да, там котики висят, вот так как-то выдручиваются. И как-то вот, ну, вот, собственно, какие-то деревья, просто, наверное, так же. Вот такие типа. Стена! Не попал! Вот так попал! В общем, мы дожили в Алании, зачастую ходили в одно место, оно раньше называлось Салат Сосайти, сейчас называется Ателье Крем. Там очень вкусная европейская еда, такая как бейглы с лососем, к примеру, какие-то очень вкусные такие оригинальные блюда, ну вот просто меренга с фруктами. Супер! Здесь у нас картофель с лососем, с какой-то еще там икрой и что-то другое. Да, тут французский завтрак, где круассаны с кремом. Просто видите, как все красиво, там фруктики, то есть такая посыпочка. Это их фирменный приор, очень вкусно, вот так слоями, когда его нужно есть. Вот. В общем, мы сейчас будем все это дело завтракать замечательнейшим образом на пляже, который называется First Beach. First он, потому что он идет со стороны Кале первым. Это наша замечательная любимая крепость.
почему еще очень нравится Алания? Алания со всех сторон окружена горами, то есть по правую руку у меня крепость, по левую руку у меня горы, которые уже уходят там в сторону Махмутлара. Сзади тоже, да, тянутся горы, и здесь у нас море. То есть здесь все близко, очень компактно. За горой есть еще пляж Клеопатра. Это один из тоже наших любимых пляжей красивых. Мы про него немножечко попозже расскажем. Как тебе погодка? Обалдеть! 3 января я сижу в очень легких штанах, футболке, и мне жарко. Угу. Вот реально люди загорают и правильно делают. Ну да. Вполне можно загорать. Очень тепло, я не знаю, мне кажется, градусов. По ощущениям градусов 23, а по факту градусов, наверное, 19, да? Да, я думаю, да. Сейчас посмотрим. Вот там вот, получается, Кистели, Махмутлары. Кыргыджак. Кыргыджак, да. И там уже начинается Гази-Паши, вот там вот. У нас тут в Анталии в последнее время шли очень часто дожди. Вот, и мы решили, что мы хотим, конечно, съездить в Аланию, когда будет солнечно. Потому что вот со вторника тоже опять должны вроде как дожди начаться. Но мы не думали, что будет так жарко. Тут можно спокойно ходить в футболке, там, в шортах, в юбках и так далее. Очень прям жарко, на солнце 100%. Так что погода в Анталии и в Алании отличается. Порт Алании. В этой кафешке замечательный балык и кмек можно поесть. Это рыба в хлебе. Вот отсюда отправляются лодочки прогулочные вокруг Кале, вот так вот. Мы тут тоже как-то катались, тут можно арендовать лодку и прокатиться на закате, очень кайфово. Вот это вот одна из достопримечательностей Алании, Красная башня. Туда можно подняться прямо на самый верх практически. Да, вот в старом городе вот такие вот дорожечки. Площадка 19-18 века. В современном понимании мы все знаем площадку, какая она раньше была. Вот можете посмотреть в старом городе Алании. Очень такие домики симпатичные. Люди живут до сих пор в некоторых из них, держат хозяйство. Курочки. Да. Все тут сады, все растет, плодоносят, курицы ходят, бегают, всякая животинка. Очень классное место. Вот одна из наших излюбленных лестниц. Если вы на каблуках, вам сюда нельзя. Можете навернуться. Очень скользкие камни. Вид оттуда открывается. Вот такой. Да ладно. Горные козы. Да вы мои хорошие. Да как вас много. Которые скачут по горам, по отвесным
и вообще не парят. Да, вот можно было раньше пройти до самого туда конца, и там такой квадрат, с которого очень хорошо было видно море, скалы, но сейчас проход загородили, видимо, потому что, ну, точнее, это 100% небезопасно, там очень сильные ветра бывают. Вот, нам теперь туда. Да почему, Игорь, можно пройти? Сейчас пойдем туда, где небезопасно. Где безопасно, неинтересно. Подружка. Мы с девочками, когда здесь были, с нашими подружками, решили, что это офигенное место для пикника. Далековато сюда, конечно, добираться, но оно того стоит. Давай, пока народу нет, покажу. Вот такой вид тут открывается на Аланию. Да, нет ветра. Вот там вот внизу скалы. Капец, такая мощь, конечно. Я не знаю, будет это видно на камере или нет. Мы, конечно, постарались ее все облазить, вообще, когда здесь были вдоль и поперек. Здесь очень много мест, где мы еще не успели побывать. Какое-то, знаете, такое душевное прям состояние. Очень мне нравится. Ну и вот тут вот мощь, она вся получается в пешей доступности, да? Вот эта вот огромная гора, скалы, вот эта крепость древняя. Это море, то есть тут, не знаю, как-то все рядышком, близко. В общем, красота. До того, как приехать сюда жить, я была в Турции 2 раза. Я 2 раза была в Сиде. Я вам могу сказать, я, как оказалось, ничего про Турцию не знала, не знала, что, какая она на самом деле. Когда Катя первый раз поехала отдыхать в Турцию, так получилось, что они отдыхали в самой Алании. И она мне начала скидывать фотки, как тут вообще и горы, и Старгород. Я говорю, это что, Турция? А что, в Турции есть горы? Вот, может быть, это звучит глупо, но я знаю, что многие из вас тоже ездят в Турцию, отдыхают в отелях и так далее. В очередной раз хочу обратить ваше внимание, что не сидите, пожалуйста, в отелях, а может быть и не снимайте отели. Снимайте классные дома, классные квартиры и открывайте для себя страну, такая, какая она есть на самом деле. Приехали в одно из наших любимейших мест. Это наше секретное место. Да. Мы его не выдадим. Ну, или выдадим. Не знаю, посмотрим. Как говорят, если это видео соберет 1000 лайков, то выдадим. Вот, в общем, это одно из наших любимых мест, потому что, ну, как вы уже успели заметить, в Алании, в принципе, не сильно много народу. Но здесь и вообще практически народу нет. Здесь отличный вид на пляж Клеопатра и на море. Мы один раз даже здесь видели дельфинов. Да, на закате, это было потрясающе. Да. Супер место, чтобы провожать закаты. До него нельзя прям вот до самого места добраться на транспорте. А сейчас покажем очень красивые виды и посмотрим как раз сколько народу. В Алании есть телеферик, то есть фуникулеры тоже. Вот, вон там вот пляж Клеопатра, и вот висят эти фуникулеры. Они идут вот прям они. До крепости, вон туда. Да, прям на крепость. Самый верх. Поэтому... Кто будет в Алании, мы обязательно рекомендуем прокатиться на фуникулёре до крепости. Во-первых, поездка на фуникулёре сама очень приятная, mm-hmm. красивая. Вот. И крепость тоже потрясающая. Там старые клёвые дома. Там есть дедушка, который делает из тыквы лампу. Лампы. Их очень много. У них там целый огромный магазин. Он прям делает, он очень-очень старенький. Такие лампы из тыквы можно купить, естественно, не только у этого дедушки. Их много где продают в таких туристических местах. Но в старой крепости, на старой улочке, у старенького-старенького дедушки, в стареньком-стареньком доме, который делает это сам, это очень атмосферно. Вот, выбор у него колоссальный. Мы себе тоже в свое время купили чудесную настольную лампу, которая до сих пор стоит у нас, до сих пор везде с нами путешествует, уже полтурции проехала. Вот, поэтому если кто-то, кто хочет купить домой, такое атмосферное, хендмейдовское и душевное такое, и с таким местным колоритом, отличная идея.
Здесь наверху еще потрясающий хвойный лес, просто огромный. Тут вот как раз-таки есть, так понимаю, трекинговая тропа. Может быть, по этой тропе можно подняться к колену, это не точно. Крепость. Вот, и вот там вот уже у нас начинается потрясающий вид. И приходим на вот такую вот красоту. За это мы очень любим Аланию. За то, что буквально полчаса пешком от центра, 10 минут на машине, и ты такой красоте. Угу. А вот там есть точка, с которой видно Клео просто. Вот в чем дело. Да, вот такие вот тут можно найти уютненькие ниши. Вот, ну так сесть, да. И солнце садится, сразу у вас красивейший закат, просто огромный, огромный такой горизонт впереди, море невероятно красивое, мощное, вот, и где-то там, возможно, можно даже увидеть дельфинов. Да, вот здесь вот открывается вид, как мы и говорили, на потрясающий пляж Клеопатра. О, боже. Да, пляж огромный, очень красивый, и там невероятно чистый песок. Тут у нас еще получается огромная красивейшая крепость Кале. Там есть замок. Да, вот оттуда, это с конца к пляжу Клеопатра, летают еще параглайдинги, но там можно заказать. Вас отправляют на гору вот туда, и оттуда вы спускаетесь. Расскажи свои ощущения. Про параглайдинг. Ну, я думала, что я умру, если честно. Вот. Парень, который меня вез, он меня ничего не спросил, потому что обычно они спрашивают, что хотите пожестче или хотите слабенько, там, или как вообще вас не надо качать. Вот. Почему-то он по мне понял, что я хочу максимально жестко, и над потрясающим пляжем Клеопатра начал меня восьмеркой вот так вот крутить. Когда я начала верещать, как будто мне отрезают ноги, он очень обрадовался, он подумал, что мне, наверное, мало и нужно еще. От восторга, да? Да, да, что я в сильном восторге, хотя я кричала «no», он говорил «yes, yes», я кричала «no». В общем, было очень весело, я запомню этот полет на всю жизнь. Эмоции масса во время, до и после. Место потрясающее, да. Здесь очень красивые закаты и вообще такое уединенное, знаете, если хочется быть без людей, наедине с собой, то отлично. Очень нравится тема Алании, что здесь на самом деле таких мест очень много. И мы сюда, кстати, добирались без машины спокойненько. В горочку, да, я не скрою, это было тяжело. Но это того стоит. Люди купаются, представляете? Какой месяц сейчас? Январь? 3 января. Ну, не видно, наверное. Там вот внизу какой-то очень... Ну, я думаю, что нам поверят на слово. Что 3 января в Алании люди купаются. И ходят в футболках. Поэтому все, кто думает, ехать в Турцию в январе или не ехать, я думаю, думать не стоит. Надо брать билет. Мы, в общем, спустились с горы, так скажем, и нельзя не показать самый замечательный пляж в Алании, это Клеопатра. На Клеопатру все приходят чилить. С этого пляжа началась наша любовь к провожанию закатов с винишком на Клео. Вот, но по-другому тут никак. В общем, пляж красивый. Действительно, очень много места и нет какой-то такой нагруженности. Вот, не стоят лежаки друг на друге. Все могут усесться комфортно, и здесь потрясающие закаты. В Алании еще очень здорово, то, что солнце садится прямо в море, то есть можно увидеть закат, не закрывают его горы никакие, ничего. Вот. Пляж Клеопатра находится у нас рядом с таким парком. Этот парк у нас, получается, идет туда дальше, вот от горы. Да? Мы с вами были вот где-то вот там, вот наверху. Вот здесь еще есть пещера Домлатаж. Пальцы показывать некрасиво, но ничего страшного. Мы в эти пещеры не пойдем, но там сталактиты, сталагниты. В общем, экскурсию можно заказать. Вам все покажут, расскажут. Замечательно. А сейчас погнали на Клео. Thank you.
общем, мы приехали в крайнее местечко на сегодня. Это парковка одного из самых видовых ресторанов в Алании. Вот, ресторан называется Rabbit. Я тоже оставлю координаты в описании, как можно сюда доехать. Здесь плюс в том, что открывается вид как вот на эту сторону, да, то есть на высокую гору. Очень красивый. Так и на сам город целиком, на крепость. На левую и на правую часть. Можно посмотреть, тоже проводить закат. Я уже... Тут такая вот территория. Есть кафешки, которые летом работают, но сейчас зимой все закрыто в основном. Ну и сам ресторан, я не знаю, работает или нет. Смотрите, как красиво вокруг горы, офигенно. Вот этот ресторан тоже видовой, можно там на терраске за столиком посидеть. А вот здесь вот известные всем буквы Алания, на которых все фотографируются. Красиво здесь. А вон там вот буква I love Alania. Ну, получается, выше них. Да, мы выше них. Вот это вот замечательная гора, где мы с вами сегодня успели уже побывать, но, к сожалению, в крепость мы подняться не успели, просто все в тютельку. Тютелька в тютельку. Мы с вами сегодня побывали, получается, на Клеопатре, да. Побывали на First Beach, на Кале, а, Кызылкуле, да, вот это красная крепость. Да, которая... ну, само не побывали, но показали, что это... Само не побывали, показали старый город, показали маяк. Порт, маяк. Вот, сейчас мы с вами находимся на Элафалане, и места, в которых мы не побывали, просто не успели, это, конечно же... крепость, да, на которую вы можете добраться как на фуникулёре, так и на машине. Ну, самые экстремальные спортивные, конечно, могут добраться так пешком. У нас была такая идея, мы сколько тут жили, все хотели туда дойти пешком, но как-то вот все не решались, может быть, кто-то из вас решится это сделать. Вот, также у нас есть, мы его называем каньон, но, по-моему, это просто водохранилище, окружённое горами, невероятно красивое, потрясающе, это национальный парк еще, насколько я знаю. Мы тоже обязательно оставим ссылку, туда стоит ехать минимум на полдня, чтобы спокойно полностью объехали по кругу весь парк, остановились, там есть маленькие кафешки, которые держат местные, в основном семьями, вот, где вы можете заказать и гёслиме, и пиде, это резкий чай попить, это очень атмосферно, потому что кафешки сами по себе очень простенькие, но вид там как в самых невероятных дорогих ресторанах, да. Это просто потрясающе, очень рекомендуем туда поехать. Также здесь есть водопад, Сападеро каньон, точно, да. Рекомендую, можешь съездить туда. И еще в сторону Газипаши, вот эти вот, где... Да, который, ну, мы его называем божественный бассейн, но он называется как-то по-другому. Это примерно минут 40, наверное, ехать от Алании. Тоже потрясающее место. Также оставим на него ссылочку. Чтобы приехать, спокойно посетить все эти места, но на самом деле я рекомендую ехать на неделю, чтобы вам там одно место в день. Да, вы спокойно, расслабленно сходили туда-сюда. Вот, мы, конечно, за один день все объездить не успели, но рассказали вам о всех наших любимых местечках. Что-то показали, о чем-то рассказали, поэтому я надеюсь, что вам понравилось. А вот здесь вот внизу можно видеть, мы еще не... вот перед тем, как сюда повернуть, там стоят беседки, сюда можно приехать. Это бесплатное место, также мангалы, беседки, как любят здесь в Турции, с потрясающим видом на город, при этом не заплатив ни лиры. Так скажем. Показали вам практически все места, которые хотели. Постарались передать вам атмосферу этого места, в которое мы влюбились. И благодаря именно Анталии мы полюбили Турцию. Именно с этого началось наше путешествие. Мы очень надеемся, что нам удалось все-таки эту атмосферу передать. Скажи. Безумно любим Аланию, честно, даже приехав сюда уже который раз, 8 месяцев спустя, все равно могу сказать, я бы тут еще пожила, вот честно. Классное место, действительно, благодаря этому месту. Мы приехали в Турцию, благодаря этому месту мы живем здесь второй год, мы в нее влюбились, мы ее открыли по-другому, для нас сломались все вообще клише, которые были связаны с этой страной, вот, поэтому я надеюсь, что вы тоже... немножечко влюбитесь в Аланию благодаря нам. Спасибо большое всем за то, что посмотрели до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комменты. До скорого! До скорого! Пока-пока!